Хотели меня просто так на вкусняшке раскрутить. Я им сейчас придумаю. Так, нет, десятка много будет. О, раз, два. Десяточка. Ну что, хватит. Остальное будем дополнять. Пацаны, пацаны. О, Арсений. Давай, Санька, найди и сюда иди. Мероприятие одно есть для вас. Давайте пулей. Блин, где этот Саша? А, вон, купается. Саня, тут такое мероприятие намечается. Что за мероприятие? Офигенно, давай вылазь скорее, папа уже ждет. Ну окей, пошли посмотрим, что за мероприятие. Пап, ну давай. Рассказывай сразу правила. Что за мероприятие? Вкусняшки уже я вижу. А мероприятие очень простое. Видели челлендж в ТикТоке? Да, пап, видел. Ты что, нам такой прикольный челлендж устроил? А чё? Вот, сейчас ваши легкие еще заодно проверим. Ну, кто хочет первый начать? Я. А начну я. А дуть можно один раз. Хорошо. Просто показываю. Присели. Вот у вас разграничители. И между ними есть призы. И дуем один раз по очереди. Блин, хочу миринду. А получил баунти. Папа, если ты донешь, то вообще улетит. То ничего не получишь. Рулон туалетной бумаги твой будет. Все, приступаем. Поскольку я все покупал за свои деньги. Еще там, кстати, вы можете деньги выиграть. О! Я первый и буду дуть. Итак, давайте так. Один приз ушел, что-нибудь доложили. Ну что, погнали, пацаны? Надо забрать десятку, либо не Принглсы, надо, чтобы оно вам не досталось. Да Миринда! Стрелка, чих, пятерик забрал. Блин, я думал Миринда. Я второй? Пятерик забрал. Нет, два ночи фокса второй. Давай. Чифи, фок. Чика бомбони. А на место пятерика прилетел вишенка. Надо Принглсы забрать. Давай, пробуй. Это что за пук такой был? На! Сок! На тебе! Вот я сижу! На! Ну, хотя бы. Так, ладно, Саня сюда думал, да? Ну, мы вернем. Оп, Milky Way. Давай, Сень. Сейчас я. Ну, Арсений у нас первый раунд заканчивает. О, ты дунул! На орби. Арсений. Я просто понял, как теперь надо дуть. Надо дуть прямо, не скажу. Жвачку орбит вернем, опять же. Ну что, так, пятерик я у вас забрал. Начинаем второй круг, да? Смотри, после второго круга призы не будут добавляться. Ой. Ха! Я только что придумал. Блин, мне что-то это вообще не радует. Ну, это, я думаю, лучше, чем вот этот вот чупик. Но вот сейчас в этом раунде я верну сюда пятерик на стол. Так что смотрите. При этом хотелось бы забрать десятку. Блин. Миринда. Я опять на то же самое расстояние дунул. На. Так, ладно. Ребята, я забрал Миринду, а возвращаю вам пятерик. Опа. Ну, кому я что Я понял, будет? Как папа делает. Это... Твикс. Ладно. Так, это самая моя любимая шоколадка. А вот так мы сделаем. Ола! Теперь Арсений. Сейчас я. Арсений, второй раунд заканчивается. Ух ты, ничего себе. Десятка. Блин, десятку забрал. Ничего себе, Арсений, ты дал. Сейчас. Подождите, да. Что у нас? Хочу. Вот так. Хочу. Опа. У меня карманов нету.
Подожди, а чего ты дуешь? Сейчас я дую. А, блин, ты дуешь. А, ничего себе, я уже тут расслабился. Так, надо Принглсы все-таки забирать. Ты дальние забирай. Дальние, да, забирай. Блин. Чупа-чуп. Да, чупа-чуп. Чупа-чуп. Это у нас, ребята, третий раунд. И мы призы уже больше не докладываем. Выдуешь пустое место. Пиу. Комбинацию из трех пальцев получаешь. Блин. А, как тебе? У меня пока два приза. Арсений десятку мою забрал. Ничего себе ты, Арсений, придумал. Ну что, Саня, ты хочешь? Я хочу вот эти Принглсы. Да, одни или вторые? Нет, самые вкусные это зелень. Вот эти вот. Сметана и лук. Ну давай попробуй, да, дуй, Саня. Да блин, ну почти. Мамба! Ну почти. Сейчас блин, я. Было сейчас попробую. Ну что, Арсений, третий раунд заканчивается. Давай, Арсений. Арсений так сильно хочет Принглсы. Что их получает? Да. Нет, подожди, подожди. Блин, Принглсы? Да. Санек, если ты не вытянешь, я поделюсь. С Паприкой? А? Да, они меня что-то совсем решили тут. Так, мне к Меринде срочно нужен Принглс. Ребята, я хочу Принглс свой забрать себе. Ну что, попало. Отлично. Есть. Больше середины в эту сторону. Я забрал. Забрал я к себе. Это у нас уже четвертый раунд пошел. Ну, тогда Саня, хочу пятерку. Давай, Саня, пятерка там вокруг пусто. Впустую. Впустую ты дул, Саня. Принглсы почти. Сейчас я. На, ты, я тебя опередил. Арсений, что хочешь? Самое конечное. Либо пятерочку, либо Леон. Либо ничего не получишь. Ничего себе дул. Пятерочка. Арсений забрал меня все бабки сегодня. Не, вы видели, ребята? Поставьте этому лайк обязательно. На 15 рублей меня опустил, между прочим, Арсений. Ты смотри. Так, что я хочу еще, ребята? У меня есть вот лайн. А не может додуешь. Быть, а может баунти? Смотрите. Вообще, я люблю баунти. Уже почти до конца нет. Слушайте, ничего. Ну оно так близко, это надо так вот... Ничего себе, обломался, вы видели? Как ты говорил, комбинация из трех пальцев. Оказывается, надо сильнее просто дунуть, слушай. Смотрите, у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 призов. Будем дуть, пока не додуем, не задуем все, да? И это уже пятый раунд. Саня решил... На жвачечку. Жвачку. Ну, держи. Арсений хочет что? Комбинацию из трех пальцев. Блин, у него получилось то, что у меня не получилось. Ну ладно, все. Ничего, молодец. Блин, а как это к лайну к этому-то, чтобы он остановился-то в конце, а? Сейчас я сделаю, не бойся. Саша, забери Milky Way. Шестой раунд, еще 4 приза, а? А, видите, сок. Они решили... Перевалился все-таки ему носок. Молодец. А поскольку уже у вас призов? У нас вот вместе. А елки-палки, Арсений! Да просто... Два ребята, вы видите, они в сговоре. Они уже просто свои призы вон вместе. Все, и потом будут, видимо, делиться. Давай мне сюда, я хочу Milky Way. Комбинация из трех палок. Есть! Забираю у вас хоть Milky Way. Вот, ладно. Седьмой раунд. Я хочу чупа-чупса тогда. И если вы в этом раунде не надуете сейчас до чупа-чупса, я его заберу себе. Все, последний раунд. Ну что? А додувать нельзя уже, блин! Все. Сейчас я. Арсений, ты что-то сегодня раздулся, а? Все, блин. Мой чупа-чупс. Ну давайте посмотрим, что получилось.
Я вообще потратил на все это дело свои деньги и получил всего лишь что? 2 чупа-чупса? 5 призов. Ну, хоть вот Миринда с Принглсами, тот, что хотел. И делиться не буду. А вы что забрали? Итак, у Саши сок, мамба, орбит и чупа-чупс. И чупа-чупс. Отлично. Тоже 5 призов. Арсений надул больше всех. Арсений 1, 2, 3, 4, 5, 6 призов. У него 15 рублей, за которые можно купить несколько пачек Принглсов. Это не сегодня на акции было. Были. По 4 рубля. По 4 рубля. Вы что, представляете? Очень дешевые. Лайн, орбит, баунти и реально 6. Как? Арс, ты в этом челлендже победитель. Арсений, поздравляю тебя. Давай, я на втором месте. Папа. Ничего себе, короче, я придумал, и я проиграл. Санек, это мы с тобой делим на... Хо-хо-хо. Мои деньги делят. Это тебе, это тоже тебе, и вот это тоже тебе. А Саша, то, что поделим. Невеста дает, да. Арсению. Это поделим вдвоем. Вот как они любят. Посмотрите, что у нас любит Саша. Это Принглсы, орбиты и твикс. Я вот это вот не люблю. Не любит Саша жевательные пятиминутки. Кто любит Milky Way? Кто любит Milky Way? Дайте жвачек. Хорошо. Меняюсь. На. О, все, это положу в машину, а это на вечер.